Залив Бэйбу – самый большой морской залив Китая. Пресноводные реки приносят в него большое количество минералов и питательных веществ, которые кормят загадочных белых существ. Китайские белые дельфины. Из поколения в поколение они живут в акватории, глубина которой не превышает 25 метров. Этот серый дельфин еще совсем молод. Он последовал за своей матерью к устью реки Данцзян в Гуанчжоуанском автономном районе, где воссоединился с другими членами семьи. Детеныши китайских белых дельфинов должны научиться охотничьим навыкам в этих местах поиска пищи. Континентальный шельф залива Бэйбу имеет толстый осадочный пласт, который обеспечивает им стабильный источник пищи. Мать захватила цель с помощью гидролокатора и быстро бросилась за добычей. Маленький белый дельфин последовал за ней. Их тела гибкие и подвижные, и они более приспособлены к выживанию на мелководье. Этих морских гигантских панд в прибрежных водах Китая обитает всего несколько тысяч.